Всем привет, друзья! С вами Максим Симонов, Майнкрафтер, и мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт ПК. Всем приятного просмотра! Итак, ребят, сегодня я займусь огородом. Ну а перед началом ролика, ребята, я хотел вас попросить поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал и написать какой-нибудь комментарий. На каждое постараюсь отвечать. Всем приятного просмотра! Спасибо этому человеку за комментарий. Да, срубим, а то они будут мешаться. Может, будем расширять. Заодно деревья порубим. Что нам тут не нужно? Нам тут все не нужно, кроме сейчас саженцев. Посадим давайте землю вдали, к примеру, вот здесь вот. Так, давайте там еще березку срубим. А там вдали пусть стоит. Как думаете, дотянемся? Дотянемся. Отлично. Так, какие нам еще деревья будут мешаться? Я думаю, все. Ну, давайте этот темный дубик срубим. Ускоренная съемка, а то очень долго будем это рубить. Так, ребят, деревья мы с вами срубили. Давайте подберем все саженцы. Замечательно, саженцы у нас подобраны. Давайте еще срубим вот эти два дерева и все. Нынче дуб очень, ребят, вырос большим, прибольшим. Не зря мы с вами сразу 4 саженца посадили, да? Все, отлично. Так, ну давайте темный дуб. Ускоренная съемка. Отлично, ребят, у нас целых 2 стака темного дуба. И, кстати, где яблоки? Падают яблоки. Они нам очень нужны. Как вы знаете, я их коплю. Кстати, он там на страшничочек растет. Как вы видите. Так, собираем все саженцы, которые пока что я вижу. Кстати, ребят, можем посадить 12 берез и 3 дуба. Ладно, давайте наконец-таки займемся уже нашим огородом. Давайте запомним. Блин, опять я сфоткал. Запомним координаты дома. Где он находится? Вот он находится на севере. North — это север. Вот он находится на севере. Вот такие вот координаты. А здесь вы сфоткали. Ну, если что, я могу посмотреть на канале у себя видео координаты. Короче, вы поняли. Так, значит, давайте расширять пшеницу. В таком случае наш огород с пшеницей просто отправляться в дальнее плавание, ребят, нужно хорошо экипированным и хорошо, и надо, чтобы было много еды. Очень много еды. Отлично. Осталось? Не понял. А это почему? Отлично! Да. Что происходит? Водный океан происходит. Так, значит, расширяем область. Отлично. Ребят, вот такой вот у нас большой огородик стал. Спасибо большое так называемой Татьяне Панкратовой. Ну и давайте возобновим наш бесконечный источник. Неважно, что сейчас ночь, может подойти крипер нас взорвать. Но меня это не пугает. Так, ведро водички. 5.
кладем строительный сундучок. Скелет. Да, у нас тут строительный сундук. И тут нет забора. Теперь есть. И ведра, ребят, сюда. Смотрите, у нас легенда, да? У нас, помните, с первых серий у меня остался деревянный меч из кирки. И каменное все такое осталось. Ты что, совсем? Я его видел, ребята, он на меня налетел. Что, совсем? Ты хочешь сгореть, да? Глупый какой-то скелет. Так, ну вот, ребята, вот такой вот у нас забор получается. Ребята, мне кажется, то, что сверху наш огород каком-то знаке. К примеру, может быть, это топор сверху, а может быть, это пистолет. Больше похоже на пистолет, только очень коротенький вот такой вот. Ладно, давайте заканчивать видео. Чуть не съел свинину. Так, не смотри так на меня, вы уже ели день назад, два дня назад. Так вот, ребята, хозяин у них плохой. Так, ну и давайте тогда делать новый сундук, потому что этот уже полностью заполнен. И опять же нам нужны доски. Бенч. Тогда драгоценности у нас снизу, а сверху остальные прибабасики. Ромашка, белый лепесток. Давайте его туда посадим. Где у нас все цветы. Всё, мотыгу, да, ребят, тоже положим в наш ящик с растениями. Ну, как сказать. Короче, напишите мне в комментариях, как это назвать. С этими... с огородником. Сундук огородник будет. Ну что ж, ребят, всем пока. С вами был я, Максим Симонов, Майнкрафтер. Играли в Майнкрафт ПК. Расширяли огород и удачное путешествие. Всем пока-пока!